Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 3 сентября, воскресенье. Хочу немножко показать вам, как я шлифую вот эти вот большие брусья для навеса машины вот сюда. Ну, пока определился вот здесь. Вроде бы не разлетается так сильно. Пыль вот эта, древесная пыль. Вот сюда я уже готовую укладываю и все-таки немножко решил вам показать. Я их отпиливаю по размеру, такой, который мне нужен. И вот здесь же на месте пока шлифую. Почему пока? Потому что позволяет высота, друзья. Но потом, возможно, поставлю какую-то приспособу, смастерю повыше, чтобы мне было удобно. Посмотрите, каким образом я шлифую. Надеюсь, вам это будет немножко видно. Да, вот так вот. Все, пошел я шлифовать. Одел очки, перчатки. Цветочки вроде не мешают, хватает. Я хочу вам немножко показать, почему я здесь задержался при шлифовке. Вот при распиле вот такие получаются, видите? Там, где мне пилили, вот, смотрите. И я сейчас их вышлифую, такие овально сделаю, ровненько, более-менее. Ну, не без этого, конечно, да. Ну, такой декор сделаю, небольшой декорчик. Так, где у меня там? А это, друзья, я сейчас специально, смотрите, специально вот так вот завязываю его на узелок, на один узел, чтобы не выдергивался вот электричество. Оп, смотрите. А так он будет все время выдергиваться, удлинитель этот. Вот и погнал дальше, друзья. И дальше пошел.
дальше переворачиваю. Четвертую сторону. И в таком же духе. Все. Я эти углы сточил, друзья, вот таким вот, пожалуйста, смотрите, диском, таким мягким, лепестковым. Надеюсь, вам видно. Вот такой. Сейчас я снимаю его. Обыкновенным, как называется, в каких-то странах болгарка, а это флекс у нас здесь. Вот, смотрите. Сейчас я это снимаю полностью. Беру уже другую насадочку, смотрите, пожалуйста. Вот, одеваю. Вот такой диск уже шлифовочный. Ну, такой погрубее взял. Одеваю. Затягиваю. Никакую защиту нет. Все, погнал. Я прогоняю сначала так поверхностно, да, а потом сейчас такими вот круговыми движениями, посмотрите. Съемка там, съемка домой хочет.
Съемка домой хочет жулик. Ну, в таком духе, друзья. И так же, и дальше. Все потихонечку. А Семка выбежал опять же. Не хватит? Ну, иди домой. Иди, жулик. И вот так потихонечку я их все зашлифовываю. Вот сейчас одна сторона уже, можно сказать, готова. Вот это. Вот в таком вот виде они будут. Потом я их, конечно, обработаю. Все нормально будет, друзья. Да, работаю без защиты. Она мне не нужна, во-первых, это лишний вес. Ну, не нужна она мне. Она мешает просто, эта защита, друзья, да. Это все, конечно, от профессии. От профессии. Я работал, друзья, на этих... на этом всем. Ну, я имею в виду не по дереву, конечно, а по металлоконструкциям. Ну, кто сварщиком работал, меня поймут, друзья. Вот, ну ладно, еще немножко покажу я вам. Посмотрите, как я делаю. Да, еще дополню, друзья. Вот я почему останавливаюсь где-то больше, приходится немножечко поддавливать, где вот эти, знаете, следы такие остаются, когда распила от пилы. Я вот эти полоски хочу убрать, чтобы структура вот это вся дерево, вот когда распила дерево, была аккуратненько такая и видно. Вот как здесь, вот видите, вот так вот, чтобы было видно, вот так вот красиво. Это еще чисто не обработанное вообще ничем, друзья. Чисто дерево, срезы дерева. И вот эти вот я убираю, конечно, все чистенько, овальненько, красивенько делаю. И потом, когда установка, ну, уже покрашена, естественно, ну, конечно, не масляной краской, нет, просто такая пропитка будет против гнили, против грибковая и так далее. Увидите, такой цвет будет очень, очень красивый цвет, интересный. Но структура дерева, вот эта вся останется, вот эти вот срезы все.
Да, стараюсь, конечно. Ну да, может быть, кто-то скажет: Сергей, а что вы себе не купите дошлифовальную машину? Друзья, а что, шлифовальной машинкой нельзя? То есть ее не надо держать руками? Нет, она сама ходит, как робот? Нет. Вот, друзья, вот это все построено, вот это все буквально, вот именно этим флексом. Конечно, с дури давить не надо, ни в коем случае нельзя. Чувствуете, что он начинает нагреваться, дайте ему остынуть. Я имею в виду флексу, болгарки как. Не надо, не надо, как говорится, переусердствовать. Давить не надо. Потихонечку, полегонечку. Только где-то местами. Здравствуйте, Наташа. А Семочка не идет, да? Ну да, а он слышит, что я разговариваю. Ну ладно, я сам не хочет. Ну иди, Сема, жулик. Как я вам и говорил, буду потихонечку показывать, рассказывать по возможности, что я знаю, что я умею. Не, ну, на все руки человек не может, но надо стремиться к этому, чтобы все уметь. Вот так вот я дальше и работаю. Вот смотрите, у меня уже почти, вот еще две стороны осталось. Да, две стороны. Ну, вот эту еще я дошлифую немножко. Ой, Семка прибежал, молодец. Ай, жулик, жулик, со мной, всегда со мной. Будет красивенько все, аккуратненько и удобненько, друзья. И мы уже не забудем, что такое бояться града, бояться дождя, ливня, бояться снега. Ну, дождь нипочем. А все равно, вы понимаете, когда ливень, машину, помню, только намоешь. А этот ливень когда сдаст прям снизу. И опять машина грязная. Ну, хорошо, сейчас это серебряный металлик, и на этой грязи так не видно. Ну, не знаю, друзья, я люблю как-то, чтобы машина была чистая, всегда причем. Мне как вот нету настроения, если я еду на грязной машине. Просто не знаю, почему, не знаю, друзья. Пишите вы комментарии, как вы на грязных машинах любите ездить. Ой, опять, ну я за второй раз его запускаю. Вот, Наташа здесь приборочкой тоже занимается, да? Вот так вот, друзья, мы и построим потихоньку, полегоньку. Навес для машины. Да, для вновь подписавшихся. Мы навес все-таки делаем, начали делать. Кто-то скажет, вы поздно. Ничего, никогда не поздно, друзья. Лучше поздно, чем никогда. А то мы уже думали передумать, думали, думали и думали передумать. И все-таки град нас подстегнул. Все, друзья. Смотрите, следующей серии будет очень много. Ну, не каждый день, конечно, буду выставлять, но периодически буду вам показывать, что я тут делаю. Пока я говорю, вот сейчас я залил фундамент. Фундамент, эти сваи, фундаментные сваи, там 6 штук, 3 с одной, 3 с другой. Увидите потом, сейчас все застывает, пускай застывает. Я занялся шлифовкой, распилкой по размеру. Я сделаю все по размеру сначала, а потом просто буду собирать, скручивать, где шпильки на шпильки буду ставить, где на шурупы и так далее, где усилители буду ставить. Все буду по возможности показывать. До свидания, друзья. Всем большое спасибо за поддержку. Ну, вот пройдусь немножко, еще вам покажу цветочки на нашей терраске. И не только. Немножко так покажу. Ну, конечно, гортензии наши. Ой, красавицы, не могу прям. В окно посмотрю, и у меня сразу настроение. Настроение поднимается. Ой, все поднимается, все поднимается. Вот такая красота, друзья. Это петуни, друзья, мы купили в конце мая, что ли. Да, ну, в общем, в самом начале еще купили сезона. И это уже второй, уже обрезали ее. Это у меня второе как бы рождение. Петунии очень красивые. Просто, да все цветы красивые, друзья. Много унесли туда, туда унесли, потому что нам мешают они. Вот здесь вот мне работать мешают. Я, конечно, туда их унес с Наташей. Ой, петунии красавицы. Не могу прям. Ну, погуляйте еще с нами. Ну, этот фонтан я сейчас не включаю, потому что мне электричество надо здесь. Семка, пошли! Пошли, видео поснимаем. Пойдем им пока. Покажись ты людям, покажись подписчикам. Правильно, молодец. Понимает абсолютно все. Вот это-то уже на усилитель пошел. Да, друзья, я вчера резал, резал, отрезал. Я думал, они 6-метровые. А они 6-10. Отлично! Это мне получается 1 метр и 2 сантиметра на усиление пойдет.
Так что все хорошо. Ну, побудь, сейчас я Сёма приду. Еще раз пройдусь. Вот эти петунии покажу я вам. Композиции прям, ой-ой-ой. Какие красавицы. Все, друзья, до следующих видео. Всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами, друзья. До свидания. Ну что, идем. Ну, жулик, ой, жулик домой хочет.